Программа «Активное долголетие» направлена на создание условий для активного отдыха пожилых людей. Вовлечение пенсионеров в разнообразные мероприятия способствует поддержанию их физического и психического здоровья, что помогает пенсионерам чувствовать себя востребованными и активными членами общества, считает председатель Общественной ассоциации «Совет старейшин Гагаузии» Василий Арнаут. Мы решили организовать подобную встречу, чтобы немного отвлечь вас от быта и от забот. В прошлом году подобное мероприятие мы провели в селе Бешалма. Теперь в Тамае мы собрали представителей 5 населенных пунктов Чедырлунского района, чтобы вспомнить былые времена и увидеться друг с другом. Программа «Активное долголетие» поможет разрушить стереотипы о старости и создаст гармоничное общество, где уважают и ценят все возрастные группы. Было отмечено на мероприятии. Здесь выступили различные творческие коллективы. Представители старшего поколения соревновались в красноречии, остроумии, знании особенностей народных традиций. Генчме, гюзенме, вай-вай, достом, карларын чиркинни, ихтарлы вармы, кашыны чизмиш, сачыны боямыш, тырнаны узатмыш, гене 18-е дюнмиш. Программа «Активное долголетие», по мнению Василия Арнаут, вносит значительный вклад в развитие общества в целом, формируя культуру уважительного и внимательного отношения к представителям старшего поколения. Валентина Чубан, Григорий Ставилов, Артем Топал, ГРТ, Новости.